открыл торжественное мероприятие глава Новороссийской епархии епископ Феогност. Он провел праздничную службу в храме святого Георгия Победоносца. Будучи православными людьми, имеем традицию начинать с молитвы все. Тем самым, полагая в основании своей деятельности молитву Бога, призываем Его на помощь, как в радости, так и в бою. От всего общества слова признательности, моя владыка, и благословите нас на дальнейший труд. В завершении божественной литургии епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност поздравил прихожан с Днем независимости Греции от Османского ига и юбилеем греческой общины.